Творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин. А сегодня у нас 26 января. Вот такие вот дела. Сейчас я сходила, такие немножко хозяйственные вопросы. Сходила в почтовый ящик. Сначала мусор вынесла, сходила, думаю, загляну в почтовый ящик. Так что вот, вытащила квитанции на оплату моей квартиры. Здесь будет съемочка, сейчас посмотрю. Да, съемочка. Здесь все-таки нужно поставить свет ближе сюда. Чтобы квитанции были хорошо видны сейчас. Сейчас организуем, сейчас посмотрим, как лучше поставить. Нет, все-таки, наверное, сюда. Из моего почтового ящика. Это тут из налоговой. Из налоговой. Письмо пришло из налоговой. Оплатить налоги. Счета нужно оплачивать вовремя, дорогие друзья. Счета нужно оплачивать вовремя. Поэтому, конечно, чтобы оплачивать счета, нужны деньги. Вот сейчас буду заниматься, искать себе работу в сфере, так скажем, пиар-деятельности, рекламы. Кстати, вы видите на экране, это моя страница ВКонтакте, Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин, Моя страница ВКонтакте. Сейчас буду писать Султану Брунея. Так что вот по поводу Салману Аль-Сауду, Айн принцу Аль-Валиду бин Талалу. Так что вот. Делать коммерческие предложения в сфере рекламы. Делать рекламу. Так что вот, чтобы зарабатывать деньги, моих такие, так скажем, на моей странице ВКонтакте, на моих каналах Ютуба, мой такой live channel, это Петроэлектросбыт, квитанция Петроэлектросбыта. А кому там хотела написать? Да, хотела написать Олегу Владимировичу Дерибаске. Так что вот, да. Так что вот, принцу Хамдану я уже написала, Михаилу Маратовичу Фридману также. Да, нужно, конечно, зарабатывать. Зарабатывать деньги. Такие у меня такое огромное количество видео. Больше 20 тысяч видео заснято. Больше 8 тысяч видео загружено на два моих канала YouTube. Татьяна Салмановна, Мактум Сайфудин, на русском, на английском языке. В общем, такая страница. Много и на моей странице ВКонтакте. Такие очень интересные видео загружаю, помимо своих, еще с YouTube. Так что вот. И, в общем, конечно... В сфере рекламы нужно зарабатывать, конечно, я считаю, что большие, огромные. В общем, что ждать? Грант 10 миллионов долларов. Надо эти деньги заработать на рекламе, как я уже и написала.
Так что вот. Ну, если это видео не совсем четко, сейчас я посмотрю, четко там получилось, нет? Не совсем четко, я сниму еще тогда видео, сейчас как-то по-другому свет поставлю. Так что вот, вот такие вот друзья, дорогие друзья, такие вот дела. А так, летний интенсив. Загружаю с моего канала YouTube, с моих каналов YouTube. Летний интенсив заснимала май, июнь, июль, август. Такая творческая работа, столько сил, энергии, любви. В общем, так скажем, посмотрите, какие шикарные, шикарные видео, мой летний интенсив. Так что вот, творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Так что вот с вами я, специалист в области позитивной психологии, Татьяна Салмановна Мактум Сайфутин.